Два человека пострадали в аварии с участием грузовой «Газели» и пассажирского микроавтобуса. Накануне вечером на 310-м километре трассы Сыктывкар-Ухта водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества микроавтобусу, который вез людей из Сыктывкара. В результате удара машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Два пассажира получили травмы, у 25-летней девушки ушиб головы. У 67-летней женщины тоже ушиб, но уже левого бедра. Пострадавшие не госпитализированы. От более тяжких травм их спасли ремни безопасности.